На участке номер 17 по проведению республиканского референдума голосование проходит спокойно. Созданы все необходимые условия для того, чтобы граждане смогли прийти и выразить свою гражданскую позицию. Вместе с участковой комиссией работают наблюдатели. Активность граждан достаточно высокая. На участке созданы все необходимые условия, в том числе соблюдены все рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований для профилактики коронавирусной инфекции. Общественный порядок поддерживается правоохранительными органами и представителями Министерства по чрезвычайной ситуации. Настроение у членов участковой комиссии позитивное. Мы готовы сегодня потрудиться плодотворно в течение всего дня, чтобы получить положительный результат. Проходите.